Он пошел жрать опять с решетки. Ему не наказание. Так он просто доел сосиску. Да? Тебе эти следующие. Бля. День, не кидай эту сосиску, не дожжу. Я без мата, я снимаю видео. Ага. Она горячая. Ему хороший. Она горячая. Ну он ему не ладно, вряд ли. Животным нельзя горячий. Какие холодные. Он не просто. Холодный. Бля. Нет. Ну, мы хороший, иди быстрее. На. Как тебя звать-то, господи? Да хватит только какие-то сосиски кидать, я сам завтра с утра буду. Так, все, тихо, все. Ну, че мой хороший, смотри, нашел. Теплое, пошло. Молодец. Кетчуп дать? Мазик. Где мой мазик? Все, Витя? Хавает, пусть хавает. Не кисло хавает. Они очень не кисло хавают. Надо какой-то кусок мяса нормально будет сейчас купить, потом мы сосисками кормим. Ну, если они едят, значит, там что-то есть мясо. Может, майковские сосиски не самые страшные сосиски в мире. Я думаю, что возле туристической базы животные даже пиво пьют. Ну, пью такое. Предлагаешь налить ему маленький стаканчик? Нет. Нет, ежи вообще пиво пьют. Ты будешь как бы разбираться с пьяным ежом 3 часа ночи. Не хватило вчера какого-то мощного мыша. Слушай, ну этот мышь, он реально с таким грохотом что-то жрал. Ладно, все, давай завязываем портить пищу.